Байкодовый номер 725. Возможно, это мой последний доклад. Считать материал сверхсекретным. Также я очень надеюсь, что все прошлые сигналы и доклады дошли до главного научного центра команды Apollo Engineering. Операция Gateway, как планировалось, стартовала, но многие наши попытки в изучении биомов и животных оказались очень неуспешными. Прошлая команда, посланная на этот остров, так и не связалась с нами. Главный центр, где находится наш последний состав, это центральный купол. Ученые из команды Б вместе с наемниками базировались на восточном куполе. Связь с ними держалась ровно сутки, после чего они выдвинулись к нам. Но то, что один из специалистов смог запечатлеть вот эту фотографию... Да, это герарозавр. Данный вид динозавра скрытный и умный. Данные виды обнаружены здесь, но толком не были изучены. Состав команды Б считать погибшим. Животные передвигаются по высоким деревьям и их ветвям. Также, по наружным данным, мы вели уже доклад. Диаплоцератопс существует на этом острове, но все данные новые утеряны. Из-за сильной грозы и сильнейших бурь, из-за удара молнии сгорел главный серверный блок. Объект Дилофозавр – очень опасный объект. Я бы сказал, что из новых обнаруженных он несет более серьезную опасность для других динозавров на острове, благодаря его ядам, которые активируют невыносимые галлюцинации. Для наемников укус Дилы смертелен мгновенно. Мы находили изуродованные тела наших ученых. Скажу сразу, главный центр не снабдил нас всем тем новейшим оружием для защиты от динозавров, что было обещано. Карта Gateway на самом деле оказалась как намного более больше, чем ожидали. Также мы хотели приступать к операции Ген-1, но в связи с ситуацией, что сейчас творится, прошу вас на некоторое время отложить ее. После последней бури все ворота главного центра сейчас открыты, перегорела вся автоматика. Над нами нависла еще более серьезная опасность. Передаю аудиозапись. Возможно, это мой последний доклад. Очень прошу прислать на остров более подготовленную команду Ген-2 с необходимым оборудованием. Прошу вас выслать спецкоманду, если вдруг я выйду на связь. Мой код 7. Код 7.